Сегодня в стране очередное повышение тарифов на электроэнергию. Тем самым продолжается наступление правительства на права простых украинцев, уровень жизни которых стремительно падает. Как оценивают это жители города? Я положительно. Если мы вступаем в Евросоюз, то цены Евросоюза по сравнению с нами в несколько раз выше. Желательно поднять зарплату и пенсию, и все будут довольны. Цены должны соответствовать качеству, и услуги должны соответствовать. И, ну, не сейчас, мне кажется. Плохо, плохо. Денег нет. А куда деться? Нема грошей у государства. А дармоедов много. Всех надо кормить. Что я думаю? Конечно, плохо. Потому что пенсионеры не могут столько оплатить. Ну, никак. Это должно заставить людей переходить на энергосберегающие технологии, я считаю. Тогда будет все в порядке. А государство за это думать не будет. Зарплаты уменьшаются, а тарифы растут. Это никому не нравится. Дай бог, это же не последний еще. Людей уже душат этими тарифами. Убирать правительство надо. Вот что надо делать. Потому что оно уже никудышное. У нас не так-то много людей зарабатывает, чтобы можно было платить такие колоссальные деньги за электричество и за все остальное. Пусть думает этот наш премьер. Он это все сделал для того, чтобы повысить цены. А мы платить как платили, так и будем платить. Даже мне уже кажется, это уже загнули палку. Перебор, честное слово. Населению надо выходить, потому что их не слышат. Надо сделать так, чтобы их слышали.